still looking at me. И всем привет, дорогие друзья! С вами Бравл Лягушонок Алекс и приветствую вас на своем канале. В 2020 году, давным-давно в далекой галактике, сегодня мы играем в Star Wars The Complete Saga! В Лего Star Wars The Complete Saga. Прошу заметить. Если вам подобное понравится, то можем продолжить играть. И пишите в комментариях, по какой игре мне еще снять видео. В общем, начинаем! Так, вначале у нас Оби-Ван Кеноби и... Оби-Ван Кеноби и Квай-Гон Джин. Заходим вот в первый эпизод. Призрачная угроза. Я завидую тем, кто не смотрел фильм, потому что я бы еще раз... я бы хотел забыть все это, чтобы пересмотреть еще раз. Это такие крутые фильмы. В общем, заходим. Начинаем мы с первого эпизода. Сейчас, наверное, пройдем мы 2 или 3 эпизода. Ну, в общем, как уложимся. Первая глава. Переговоры. История. Погнали. Эпизод 1. Призрачная угроза. Мы не будем читать это все. Так, мы тут летим куда-то. Игра очень старенькая. Наверное, года 2009. Только сейчас мы не... О, боевые дроиды. Вы не удивляйтесь, если я боевых дроидов буду звать понилами. Потому что я сейчас смотрю про фримейкеров. Кстати, кто не смотрел, посмотрите. Вот мы пришли куда-то сюда. Почему-то на имперском корабле нас почему-то встречают. Ой. Кажется, наших корешей подбили. И они развалились. Нам нужно отомстить за них. Мы должны были прилететь. Вот. Прикольная музычка. Мы, короче, должны были прилететь, чтобы переговоры какие-то сделать. И вот сейчас это все началось. Со всей этой империей. Ой, дроиды! Понял их, идите мне. Так, идите. Есть. Так, тут можно... Что тут можно сделать? Тут много очень можно всего сделать. Можно хоть целую вечность через этот уровень проходить. Но мы не будем останавливаться на том, что нам не нужно. Так, поняла. Так, пил. Так, куда нам нужно идти? Так, дроиды. Мочим. Давай. Давай, Бен. R2D2 тут нужен. О, это кто у нас? Это C3PO? А, это TC-14. Так, вставляй свое лицо сюда. А, нет, тут нужен... Подождите, наверное, сзади еще он нужен. Он не умеет ни атаковать, ни прыгать. Умеет просто медленно очень ходить. Как, в принципе, и сам C-3PO. 2 часа спустя мы все еще идем к этой двери. Да. Вставляй свое лицо сюда. Заходим. И что у нас тут есть? Подожди, дайте поменяться. Что у нас тут есть? Ну, в принципе, ничего стоящего. Здесь все равно без Энакина Скайуокера Малашева делать нечего. Так что пойдем дальше. Подождите. Нужно... А, это штуки нужно долго очень активировать, я не буду. Так, TC-14. Он уже здесь, он телепортнулся. Давай, используй свое лицо. И пошли дальше. Мне кажется, почему-то сейчас будут боевые дроиды, поэтому я... И вы, если честно, не удивляйтесь, я играю на джойстике. О, а вот детали. Странно, почему Оби-Ван Кеноби собирает с помощью рук, а не с помощью силы.
Может... А, ладно. В общем, пошли. Мы, наверное, все прохождение по этой игре запилим как-нибудь. О, дроиды, дроиды. Все, я всех их перерубил, вы серьезно? Ладно, пошли дальше. Ага, новый уровень. Стой, стой, нет! А, ладно. Да кто вообще умеет уклоняться? О, шар, шар, шар. У меня этот стал как у этого. Как его звать-то? Квайгон Джин. Да как мне до тебя добраться-то? Так, отлично. А кто там еще? А, вот они дроиды. Мочим, мочим. Давай, ну Бен, ты что стоишь? О, дроидики. Извини, что я играю, не комментирую, просто тут нужно очень сильно сосредотачиваться. Ну, эту штуку мы, наверное, заберем. Допрыгнуть. Мы можем. Сейчас я возьму этот сюрприз, и мы убьем дроида, только пройдем уровень. Блин, а почему он не прыгнул второй раз? Подождите, ребят, у меня тут напряженка. Адский разгон! А почему он второй раз-то не прыгнул? Может, Бен? Твигон, блин. Иди сюда, Бен. Ай, меня убил дроид. Ладно, я устал. Отстань. Я соберу сюрприз пока убиваю. А ты там разберись с этим. Да блин, как? Там нужно прям с краешка, что ли, прыгнуть. О, я понял. Стой на месте. О, все гораздо проще. Вот, мы просто собираем. Ладно, давай. Тебя отразить никак? Есть, замочили. Так, а здесь что у нас? Что мы делаем? Так, давайте пройдем уже этот злосчастный уровень. Это тварь. Просто сходу практически всех развалили. Оба! Оба! Давай, иди сюда, Квайгон. Давай, ТС-14. Ну чё стоишь? Все, мы сейчас активируем. Не, давайте сейчас соберем монетки. Наверное, еще один уровень успеем пройти.
14. Он ходит за нами. Медленно ковыляем к этому. Все, вставляем свое лицо. И заходим в конец эпизода. Оби-Ван ведет себя смешно. Квай-Гон такой, ты что, дурак, что ли? Так, и мы едем куда-то. Вместе с боевыми дроидами. И мы завершили первый уровень в этой игре. Открыли TC-14. Ну, по идее, еще открыли Квай-Гона Джина. И... Зава. Оби-Ван Кеноби. Давайте в еще один уровень сыграем. И потом уже будем с вами прощаться. 20 тысяч монеток, в принципе, неплохо. Мини-набор. Один мы собрали. Мини-набор, если вы захотите, я потом в свободной игре буду собирать. Если вам прям сильно эта игра зайдет. Давайте продолжим. Историю. Так, сохраним в игру 2. Сохранить. В первой игре я просто там играл... просто проверял эпизод 1. Ладно, давайте не будем это считать. Глава 2. Вторжение на ногу. Торговая федерация начала полномасштабную операцию миролюбивой планеты на будущее. Ладно, все. Это можно читать в эпизодах самих. Да, переводик тут, конечно, корявенький. Ого. Мы спрыгиваем куда-то. Нас сейчас задавит, блин. А. И бац, все резко переменилось. Правда? Боевые дроиды. Они летают на каких-то утюгах. Так, на тебе. Ладно, каждый цветок мы проверять не будем. О, это джабы. Какие джабы? Какие джабы? Не джабы, а как их звать? Как звать тут народ, к которому относится Джаджабинс? Ай! Кстати, напишите в комментариях... Можно ли оседлать вот этих чуваков? Напишите в комментариях, стоит ли мне делать продолжение. Я это продолжение в любом случае сделаю. Ну, в общем, напишите, какие игры мне еще можно поиграть. Отлично, меня убили. Так, DLC, DLC. Тут только что была сфера, куда она делась? Я знаю, что ты там. Да чё, куда? Так, зато мы собрали сюрпризик. Сейчас мы, кстати, откроем Джаджабинкса. Мы когда пройдем вот сюда. Да, вот сюда. Катсценка. О, смотри, Джаджабинкс. Ой, нюхай цветочки. Он подавился. Блин, его чуть не задавит. О, мы его спасаем героически. Ты мой спаситель. Отстань от меня. Пойдем туда, я знаю, куда идти. Спасибо, Джаджа. Дайте мне за Джаджа поиграть. Отлично, бить он не умеет, но прыгает высоко. Он беспомощен. Он против них беспомощен абсолютно. Меня убили! Синие монетки, вы чё? В натуре, что ли? Монетка! Ладно, кажется, мы этот сюрприз уже достали! Ха! Ой, дайте мне не джедай. Блин, три монетки опять! Так, собрать, собрать! Отстаньте, боевые дроиды! Дайте нам спокойно жить! Вы нам мешаете спокойно жить.
Получайте. Так, отлично. Получайте. Они даже на нас внимание не обращают. Ладно. О, там еще один. Так, морковка. Вот в этой морковке, по-моему, все детали. Не, вот в этой. Да. Так, иди сюда. Джар-джар. Три уже. Уже три лутбокса. Идем. Мы уже играем 15 минут. Ну ничего, успеем. Бедный Джаджа, мы его разобрали. Кого ты увидел, Квайгон? Ой, Оби-Ван. Джаджа, иди сюда. Тихо, не упал. Так, сюда может Джаджа. Так, запрыгиваем. Блин, Джаджа, это что, сколько весишь, чтобы открывать такие махины? Не тебе она нужна. О, как хорошо. А! О, открыл. Я вижу, там боевых дроидов. А, нет. Только головорез запускает эти зоны. Боба Фетт, значит. Ладно. Ты где? О, стоп. Что это за фигня? Монетки. Джаджа. Да Джаджа, блин. Так, открылись. Я не успел, да? Да, я не успел. Да блин, залезь. Получай. Четыре. Офигеть. Получайте. Джаджа, ты где? Прощай. Так, идем. Я собрал на ценой своих монеток, блин. Блин, а что так можно было, что ли? Ну, пять уже пять. Ну, мы, конечно, не соберем полностью, потому что там головорезы нужны, а тут Энакин. Но все равно пять целых сразу. Так, мочим. Мочим. Я вижу еще один. Так, ладно. О, с помощью Энакина не достать. Здесь еще нужен... Чтобы кого-то... А, это говно. Да! Хватит меня атаковать. Что, издеваешься надо мной? Ну, я не люблю, когда надо мной издеваются. Наверх. Наверх. О, господи. А, значит, жажда. Мочите вы Джаджу! Уже шестой! Офигеть! Ну правда еще еще два мы не смогли собрать. Потому что у нас персонажей нужных нет. А, ясно. Что здесь за проход? Не просто же так он сделал. Ладно, видимо, просто так. Джаджа. А, нет, он сделан именно для этого. Так, мы сейчас, наверное, уже закончим эпизод, видимо. Ставим вот эту штуку. Ставим вот эту штуку. Отстань! И вот эту штуку. Да.
Никто не смеет мешать мне, когда я делаю что-то. О, еще один сюрприз, 7 уже. Так, в двух местах мы не смогли достать. По понятным причинам, потому что у нас нет персонажа нужно. А еще один сюрприз, где? Ладно. Поплыли, он говорит. Ну ладно, поплывем за ним. Буль-буль-буль-буль. Хм, нет, я ничего не дам. А. Да, конечно, берите. Он типа загипнотизировался. И наши отважные герои поплыли. Поплыли на субмарине к королеве Набу. Уровень завершен, свободная игра открыта. Мы открыли Джаджа Бинкса. Собрали 7 микитов. А, из темы джедай еще. Ну, мы не собрали его. Но больше половины. Сорок пять тысяч монет. Мини-наборов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не хватает 3. Уровень завершен. 7 спасибо за просмотр. Всем. Ладно, еще нет. Мос Эншли Кантина. Джаджа Бинкс и Оби-Ван. Ладно. Вот теперь всем спасибо за просмотр. Выйти. Ну. Ладно, попробуем вот сюда зайти. Почему не работает-то? Походу у меня сломалось что-то, ребят. Как выйти-то отсюда? Ребят, я извиняюсь. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Да блин, что за фигня? Почему не работает? Enter. Почему не работает? Я застрял в игре. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ладно. Вот теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем здоровья. Тем более в 2020 году. Всем подписок, лайков, всем комментов и подписок. И еще раз. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Всем удачи. Всем ква-ква. Или ква-ква. Да, ква-ква. Или ква-ква.